За прошедший год только в Усть-Каменогорске открыли свыше 2000 новых бизнес-организаций. А ко Дню независимости в областном центре запустили уникальное стекольное производство. Это первое предприятие в стране и в СНГ, способное обеспечить потребителей всем комплексом необходимых услуг в своей сфере. Причем пользоваться продукцией смогут не только промышленные, промышленные предприятия. Усть-Каменогорск – промышленный центр Казахстана. Крупные предприятия составляют основу экономики всего региона. Но сейчас важно параллельно нарастить и объемы малого и среднего бизнеса, считают эксперты. Тем более, что потенциал у сектора огромный. Первые годы независимости в городе не было ни одной предприятия малого и среднего бизнеса, а за годы независимости оно возросло на 30 тысяч единиц. Это новые рабочие места, это новые предприятия, это увеличение налогового поступления. Сегодня из 30 тысяч малых, среднего бизнеса мы собираем 32 миллиарда налога. И цифра эта будет расти. В городе открываются все новые предприятия, такие как это стекольное производство. Уникальность его в том, что здесь единственными в СНГ смогли наладить выпуск различной продукции в одном месте. Это и триплекс для лобовых стекол автомобиля, и стеклопакеты, а теперь и закаленное стекло. Новый цех с самым современным числовым оборудованием обошелся заводу в 250 миллионов тенге и заработал благодаря льготному кредитованию по госпрограмме. В перспективе последних 5 лет мы построили 3 корпуса. Уверен, что это было бы невозможно, если бы мы не получали такую огромную поддержку от государства. Доля, наверное, поддержки до 80%. То есть скажу, что маленькое предприятие, такое как наше, собственными средствами за такой срок короткий не смогло бы сделать такой мощный толчок в развитии. При этом производство изделий закаленного стекла настолько востребовано в регионе, что уже выстроилась очередь из покупателей, заинтересованных в продукции завода и промышленные гиганты. Здесь создается, безусловно, хороший задел в компетенции, то, чего, собственно говоря, пока не было, поскольку производство закаленного стекла в Казахстане, оно есть, но вот это производство, оно позволяет уже производить закаленное стекло, которое возможно к применению в автомобильной промышленности, поскольку предполагает возможность задавать им другую форму, чем только просто ровную. У нас очень большой проект строительства в Карагандинской области, это строительство новой фабрики. Проект оценивается ориентировочно где-то около 400 миллионов долларов. Поэтому, конечно, для нас важны те продукты, которые производит это предприятие. Плюс мы постоянно производим модернизацию наших объектов, ремонты, где также требуется стекло. А закаленное лучше обычного тем, что при давлении просто рассыпается, не образуя острых осколков и не ранит персонал. Для промышленных объектов это залог безопасности сотрудников. Кроме того, продукция завода широко применяется в жилищном строительстве. Только в областном центре в этом году возводится 47 многоэтажных домов общей площадью 346 тысяч квадратных метров. Анна Лесенберзина, Руслан Тулепов, Усть-Каменогорск, Хабар-24.